Здравствуйте, меня зовут Даниил. На сайте под ником Данилюк. Это вот мопед, собранный мной с помощью отца, конечно. Варить я пока не пробовал. Рама сварена из профиля, миллиметра два толщина. Я точно не помню. Варилась электродами. Рулевой стакан заказывали у токаря. Мотор, вилка, колеса с рулем от Honda Elite. Пластик, сидушка, бак от ZEDA, ZEDA Active. Собственно, это стул, табуретка бывшая. Всем успехов, творить, удачи, чтобы бензин не кончался, мопеды не ломались. В общем, хороших дорог и меньше проблем с ГИБДД.